Всем здравствуйте. Сегодня маленький обзорчик платы ZX Uno. Таких обзоров, конечно, много. Ну, хотелось похвалиться. Вот одна из собранных плат. Сейчас запустим. Ну, сейчас в данном случае стартует DOS, NXT. Ну вот, можно проверить игрушку Prince. Можно поностальгировать. Так. То, что умеет компьютер. Ну, в данном случае плата с ядрами небольшого количества, но вообще их на прошивку флеш 128 вылезает где-то 45 штук. Я выбрал пока вот вариант такой, где их меньше, потому что я половину не знаю. Тоже Spectrum, но меня интересует больше Spectrum. Сейчас эту карточку переставлю. Секунду. Ну вот, XDOS. F5, и вот, пожалуйста, вообще непонятно. Шляпа. Ну, у меня какая-то. О, пятый элемент. Хватит.
Так, немножко покажу, как это все выглядит на экране. Стандартная PS2 клавиатура. Это выход на VGA. Это питание. Итак, подаем питание. Заставка основная. Дальше грузится ядро, которое выставлено по умолчанию в биосе. То есть, это ресет. F2 нажимаем. Попадаем в такой подобие биоса, очень похоже. Здесь идут настройки. Ну, тесты всякие. Это, собственно, спектрумовские заливки все. BIOS, который можно выбрать при старте, нажав Escape. Здесь можно модернизировать ядра, которых здесь 45. Ну, то есть поменять, залить что-то свое, ну, там радио РК, например. Можно перемещать их, как-то тут можно было. Да, можно. Так, здесь выбираем boot. То, с чего мы хотим загрузиться. Ну, например, сейчас я флешку вставлю. Так, флешка. Так, ну, например, CXT выбрали и выход с сохранением. Ну, собственно, вот DOS. Можно... Ну, спектром выбираем. И там будет грузиться ядро, то есть прошивка, которая выбрана вот здесь. В меню ROMS для спектрум. Выходим с сохранением. Вот. Сработала SDOS, вот этот. Через лодер можно войти в менюшку. Выбор программ для спектрума. Она у нас вот спекки. Ну, здесь просто выбираем, запускаем. Ну, как-то вот так.